Озера Хунцин в городе Хулин. Любители зимнего плавания рассекают волны в ледяной воде. С удовольствием плавают. После того, как я занимался зимним плаванием, я чувствую себя очень бодрым. Здесь я завел много друзей. Я счастлив, я очень рад. Катание на лыжах также является хорошим выбором для тех, кто хочет бросить вызов холоду. На горнолыжном курорте уезда Баутин любители лыжного спорта со всей страны наслаждаются горными склонами. В университете я увлекался горными лыжами. Я люблю катание на лыжах, люблю ощущение скорости и азарт спуска с высоты. Когда у меня будет время, я повезу своих детей на горнолыжный курорт. Мне очень нравится кататься на лыжах. Мне нравится ощущение покорения склонов. Площадь лыжного курорта Шэнгдзе Яоланшан уезда Баутин, где расположены трассы высшей ступени средней категории, натяжные ступени и трассы для обучения катания на лыжах. В общем итоге 14 лыжных трасс составляет 2 миллиона квадратных метров. В Нэндзяне дети ощущают очарование зимнего спорта, хоккея, конькобежного спорта, фигурного катания и так далее. Впервые играл в хоккее и сразу же влюбился в него. Он дарит радости и укрепляет здоровье. Я надеюсь, что школьники и любители зимнего спорта будут активно заниматься зимним спортом, наслаждаться льдом и снегом.